Макс, я пока за полотенчиком схожу, а ты водичку налей. Да, Танюш, купайся с удовольствием. Ну вот, водичку набрал, пошел я во двор, с собачкой поиграюсь. Сходи, сходи, а я пока насыплю тебе чего-нибудь интересненького. Ой-ой-ой, да я же не могу даже пошевелиться. Ну, и долго мне так сидеть? Может, вытащите меня отсюда? Ах, да, Танечка, сейчас попробую. Мула, подсоби, вдвоем-то силы больше будет. Не получается. И что, мне теперь в этой ванне всю жизнь сидеть? Танечка, а как так получилось, что у тебя вода позеленела и стала как желе? Не мылась, что ли, давно? Макс, тебе все смешно. Это я тебя хотела спросить, что ты мне в воду подсыпал? Я? А при чем тут я? Я воду залил и пошел на улицу с собачкой играть. Точно, Бадди. Это, наверное, собака твоя мне подсыпала чего-то в ванночку. Не любит же она меня. Не разрешаю я ее в домик впускать. Вот и отомстила мне. Вот хохма. Теперь буду думать, что эта собака во всем виновата. Какие же все-таки наивные эти куклы Бэби-Бон. Бадди, а ну-ка пойдем со мной в дом. Вопросы к тебе есть. Бадди, это ты мне в ванночку подсыпал чего-то? Чего-то твоя собачка на Катькин дом лает. Может, видела чего-то собака твоя? Бадди, был кто-то в нашем дворе? Ты кого-то видел? Опять это проделки наших соседей. Интересно, у кого же смелости хватило? У Катьки или у Маши? Маша не могла такого сделать. Бадди, так это Катька была? Да я сейчас с ней разберусь, как она мне надоела. Подожди, Мула, не горячись. Мы ее обязательно накажем. Но для начала все же нужно меня с ванночки освободить. Что-то куклы притихли. А может, задумали чего? Пойду прогуляюсь, а то скучно как-то. Давайте порассуждаем. Если Катька чего-то в ванночку всыпала, значит, у нее есть то, что может превратить это желе обратно в воду. Точно, Танюша, ты молодец. Вот сейчас пойду я к ней, возьму это средство и поколочу ее как следует. Нет, Мула, тут нужно быть осторожной. Она ведь тебе может дать чего-то не того. Специально. Она же кукла такая, не напакостит, спокойно спать не будет. К ней в домик проникнуть нужно и самим отыскать это средство. Мула, ты с Танюшей оставайся, а я с Бадди схожу на спецоперацию.
Никого. Можно заходить. Бадя, а ты оставайся на улице. Если увидишь чего, громко лай. Вот это бардак! Узнаю Катьку. Да не пугай ты меня, Бадди. Я еще не нашел то, что искал. Неудивительно, что мухи в такой грязнотище завелись.